Уху! Все. Ну я как чувствую. Сагус. Как? Do you speak Russian? Блэд, сука. Привет. Сделаю. Блэд, do pitch, let's go. Сука, блэд. Тёлка. You like Украины? Не путать с чёлкой. Надо же, скворечник слетел. А, это Мосинка. Короче, самое главное, что я зашел в эту игру и с помощью арбалета конского смог, соответственно, снести скворечник чей-то. Да по... Ну я же так прыгнул на капот. Это вот опасный трюк, кстати, на капот запрыгивать. Так, короче, это... Сейчас начнется. Я сделаю что-то невообразимое. А чё? Сделайте прикольчик. Вот машина такая стоит. Кэмп Альфа. Я подъехал на самолете. Дабл трюк. Асюсисивсил. На... Так, ну чё, пришло время поговорить по-настоящему, потому что время PUBG. Она что-то не дает мне, короче. PUBG. Эй, what is your name? Шерлок Холмс, распродаж. Я все равно ж купить его не смогу, да? Они же как-то сделали, что сейчас теперь я ничего не могу покупать, короче. Так, погоди, стоп. Так, да, я захожу в PUBG, это великая... А, да? Серьезно? Вы что, задолбали обновлять? Что тут обновляете? Завтра. Что вы там сделали? А, небольшое, да, обновление? Хорошо. Скорость какая? Ну, понятно, да. Мне в эфир, если выходить, то, бля, когда ночью только. Ночью я не могу в эфир выйти. Не, можно и днем, но... Короче, не важно. Значит так, Crossout, Unlisted, War Thunder, все самые лучшие игры по ссылкам в описании. Регистрируйся и получай бонус. Вон, скачивай лучшие онлайн-игры бесплатно, создавай новый аккаунт и получай бонус. gamets.conscar.ru. Все ссылки в описании. Это понятно. Так, ну давай, грузись. Сейчас я поиграю. Как лучше сесть? Не, надо сесть так, чтобы... Надо же, это ж PUBG, это киберспорт. Это киберспорт, значит, я готов! Так, 50 секунд, тихо. Сейчас надо энергию оставить именно на решающий бой. Как быстро видосы кончаются, их записывать. Время! Блядь, скажет, останови время, там, сделай все как надо, и потом... Кстати, я так делал. Есть специальные, короче, этим... Ну, капсулы, так сказать. Да, там... Ну, пускай супер пипл, которыми, воспользовавшись, ты можешь остановить время, успеть все сделать и заново запустить время. Но ты должен понимать, что ты постареешь. То есть, да, можно за 2 года сделать все, но ты со своими сверстниками, ровесниками будешь выглядеть так, словно ты уже дедуля, либо бабуля. Поэтому вот это надо учитывать. Все сразу это... Знаешь, что будет, если так сделать? Не, можно сделать вообще все сразу, но это там еще от удачи, везения зависит. Там. Тогда ты можешь и молодым еще остаться. Ну, а потом... Короче, вот так это работает. Значит так. А правильно именно время, чтобы остановить, это надо уметь. Ну, давай, ну что ты встал, сука? Вот, посмотри, последний мегабайт, сколько он там? 0.5 мегабайта, все, наконец, давай. Сейчас посмотрим, что здесь находится у нас. Что они на 128? Ну, новый вирус, новую слежку за вами. Все, что они могли сделать, эти хитрецы из PUBG. Вот.
максимум, что они могли сделать. Так что вот так. А играя в Unlisted, ты получаешь очень большое удовольствие, особенно я большое удовольствие от Сюсисив сил. На Тихом океане я вернусь вот буквально даже, наверное, сегодня запишу наперед, чтобы канал был, так сказать, в действии. Вот, да. И вот я жду, когда сети разгрузятся. Так что, что? Так, сегодня знаешь, что съел? Короче, сегодня съел сосиску. Сегодня съел две сосиски и картошку. Ой, что-то мне, знаешь, что-то как-то вообще мне хочется просто что-то пить. Я не знаю, я уже устал этот березовый сок пить, честно говоря. Я все время крал баночку холодного березового сока с лимоном, с апельсином. Мне просто хочется воды попить, она ржавая, ты понимаешь? Блин, и вот я, короче, пью ржавую воду и охереваю просто. Мне не хватает какой-то ржавчины. Блин. Ну ничего, получить доступ к сообществу Steam во время игры. А, можно открыть же этот, как еще, березовый сок, который, это, который без лимончика. Ну, блин, видишь, сладкий тоже. Я бы, знаешь, какой березовый сок хотел? Свежий, который был в марте, в апреле, когда тек прямо, вот бутылочку поставил еще ее в холодильничек, чтобы холодненькая была. И вот ты ее, короче, пьешь, эту бутылочку. Вот это замечательно, да, это превосходно. Так, ящик с трофейными событиями. Астон Мартин, я это забираю. Дальше я смотрю внимательно. А все? Голды нет? А куда? Все, голды нет уже? Погоди, а у меня не забрали голду? 1690 голды. Тысяча, ее же заберут, да, под конец? Давай посмотрим. Надо определить, заберут ли ее или нет. Обычное создание. Я не знаю, где она вообще находится. Как понять, заберут ее или нет? Укрытие. Почему менюшка? Блин, ну это всегда в PUBG было. Не знаю, за столько времени могли сделать грамотную менюшку. Вам что, движок не позволяет или что? А, вот, наверное, внешний вид, инструменты, расходники. Что вот это такое? Что это? Ну, что это? Буст. Так, ящики, ключи. Лобби. Такое лобби. Транспорт. Машины, другое. Эмоции. Я не знаю, как понять. Вот я просто ее тратить не хочу. Там, может, осталось бы. А так там 30 дней было написано. Я, мне кажется, что она просто исчезнет. Это я в папку, то есть, не заходил. Они убрали эту голду раздавать. Я написал, они все, они убрали, да? Ну, молодцы, да. Так, ладно. Я что могу? Я не хочу этот прокач остановить. Это все это так. Так, что это такое? Вот это, что это такое? Новые предметы какие-то? Или старо-новые? Я опять начал на эти скины засматриваться. Зачем они нахер нужны вообще? Все, уходи отсюда, беги. Так, топовое открытие будем делать, может? Слушай, да. Наверное, надо сделать, чтобы видео прям контент реальное было. Надо сделать прямо топовое открытие здесь, сейчас, сегодня. А, вот, да. Ну, после каточки. После каточки вдвоем на Эрангеле. Нет, спасибо. Я играть не буду. Или буду. Не знаю. Я даже VPN не врубил, да? Это ру сервера. Ладно, пускай наберется. Я на Эрангеле сейчас сделаю этот дабл трюк. О, да, только что придумал. Так, что это будет значить? И вот он, парашютист! Парашютист, который летит в ангар! Я делаю вот такой вот... Это первый трюк. Кто-то скажет, дабл же трюк должен. Да, но это первый трюк. Сейчас будет... Он перелетел, он почувствовал, свернул, перелетел. Трещоточка. Есть, юмп. Все, я пошел. А почему ты тут не зашел? Так, трещоточка нет. Возьмем коряк. А, это мосинка? Да почему ты так-то делаешь, бляха? Да, 5 хп ему оставил, ты просто это пинг. Ну что ты, ну что ты, что ты, Астон Мартин, кепка твоя. Надо голосование устроить одно. Я все не могу никак. Надо спросить, короче. Надо спросить кое-что. Банан или груша? Ну, так спрошу прямо здесь. Или банан с грушей. Банан с грушей же, да, правильно? Ну, все. Будет очень хорошо, да? Я готов к бою. Я ее имею, короче. Вот мы летим в домике.
Вот я. Вот я. Опа. Ничего себе. Мишка прилетел. Опа. И он думает, что он медведь прям такой в масхалате типа. А по факту-то берил у меня. Ой. Да, 3 хп, теперь 3 хп. Ну смотри, уже лучше, да? Вот что, сука, пинг, не пинг. Я не знаю, что, они все у меня вот так вот идут сейчас. Так кто там меня запрашивает, я не могу понять. Давай, малышка. Ты малышка? Я не знаю, с кем я там играл. Так, вот я загружаюсь. Я загрузился, отлично. О, сам... ну все, топ-1. Наруто, конечно, с рогоносцев. Да, с тобой. А это что у тебя тут? Зая, тебе плохо? Зая. Че? Или че это? Подожди, что это? Скелет. Ну кого-то током бьет, да? Зайку током ударило. Так, а это вот он катается, блин. А почему бы не завести, допустим, Теслу, например? Почему бы в игру не завести Теслу? А? Почему бы не завести Теслу? Не можете... Я не знаю, вот когда Aston Martin становится, это же сотрудничество PUBG с Aston Martin, это же как-то так работает, насколько я понимаю. То есть нельзя же просто так вроде бы вешать без разрешения. Тесла что, сказал нет? Типа, будете знать. Тесла вам ничего не скажет. А может не, может что скажет, надо посмотреть. Вы попробуйте, да, Теслу. Вы же PUBG сосать любите, вот. Давай, попробуйте соснуть. Вот сравнивать эту игру с игрой, в которую я играл 3 месяца назад, казалось, ничего не поменялось, но... Такого состояния, как сейчас, у меня еще никогда не было. Ну, именно вот чувственность вот эта вся. Вот это пальма, блин. Охренеть. Я вот все хотел, чтобы они добавили туда бананы или кого-то. Ну, эти кокосы. Блин, я так хочу попить, а ты не хочешь попить? Такая жаре, так хочется просто что-нибудь выпить вообще. Так, короче, это... Сейчас... сейчас начнется. Я сделаю что-то... Что-то невообразимое. А чё? Сделайте прикольчик. Вот машина такая стоит, да, типа не едет. А ты в неё сел, да, и поехал. Просто на 1 апреля. Ну, или когда-то. Любой день сделайте, вообще. Вот, вот это да! Кэмп Альфа, я подъехал на самолете. Будем разыгрывать теперь через домики. Мы не будем прыгать прямо, а мы будем прыгать... Все равно что-то, я не знаю, мне что-то все время не дает. Она что-то не дает мне, короче. Это, короче... В ней... игра, да. Она не дает мне в этом... Как его... Игра не дает... Да я забыл, что хотел сказать. Я уже забыл, да. Что я хотел сказать? Игра мне не дает что-то. Но они похи... Они целенаправленно летели в домики. А я думал, что надо лететь в домики. Там... Ну-ка. Он до сих пор думает, что сейчас у него что-то получится. Нет. Ты уже летишь в домики. Это показатель того, что ты не топ-игрок. Поэтому я сюда прилетел. Ну ты понял, да? Да, блин, честь скин. А где они такие скины-то берут? Это на Хлын, да? Или когда они там выбили? Ну, зубастик-то, а? Зубастик-то всемогущий-то, а? Стоит и смотрит. Так, ну здесь понятно, здесь топ-игра будет. Так, здесь... Зеленый, нет, зеленый мне не надо. Так. Тут чего там? Тут что такое? Что здесь произошло? Так, здесь это нафиг все это. Нету, да, больше скинов? Вот зубастик стоит какой-то. Так, фрайс, бургер. Так, да, надо опрос сделать, спросить, короче, груша или банан. Ну и указать, что я хочу спросить. А где песики?
Так, а это что, мерч? Да, врублю VPN и полечу дальше английский изучать или что? Ну, я так нормально, да, уже сколько я вопросов выучил? Да. Блин, я думал, как ты выучишь несколько вопросов, а потом ты сам уже начнешь там автоматом говорить. Ну нет, что-то так не получается. Надо перенять технику говорения. Так. Вот он берет АКМ. Он думает, что я приземляюсь сюда, сюда не приземляюсь. Так, пушка перезаряжена у него. Так, и я просто беру вот этот домик маленький. Нормально. Так, я беру, конечно же, как я говорю, конский. Это самый лучший арбалет. Вот. Беру самый лучший арбалет и иду арбалетить. Так, вот где-то здесь. Сейчас. Так. Ну. Надо же, скворечник слетел. Вот, теперь у меня плюс хп. 5. Бляха, у меня теперь нет аптеки. Да куда ты, блядь, дропаж, дай, сука! Вот, вот. Я люблю, что, я не знаю. Короче, ладно, окей, так, у меня монитор, все окей. Так, ладно, я сейчас с напарником, с русским напарником запущусь. Я в первый дом упаду. Не знаю, что я успею, конечно. В дуа всегда проще. Бродяга, либо с таким количеством хп ничего не сможет, наверное. Патрон нет. Я думал, мой чип надо использовать, чтобы выскочить. Надо его брать, оказывается. Ну, а по ссылке в описании, да, я рекомендую поиграть в Crossout и получить там кабину. Итак, игра. Эй, я на европейских серверах. Все, да, я на самолете улетел куда-то. Все, и теперь у меня вот быстренько за 5 секунд, ших,
телепортнулся, и теперь я нахожусь там, где, ну, в Германии или где, куда я подключился, в Франкфурте, да. Все. Теперь я могу играть, говорит на Энг. Так, did you yet? Do you love sex? Вот, вот сейчас вот, когда ты подучил эти фразы, они прям выскакивают хорошо. Where are you from? Так, и никого нету. То есть я зашел для того, чтобы на европейских серверах просто их наказывать. Соло. Игра говорит, ну вот накажи соло их. Так, ну пинг не нормально, 84. Нормально. То есть до желтого не доходит с врубленным пеном, значит пойдет. Значит это то, что мне нужно. Это просто хорошо. Так, мои яблоки. Так, мне нужны мои яблоки, это срочно просто. Мне нужно много яблок. Очень много-много яблок, которые я принесу попозже и буду их есть. Так, слушай, ну, наверное, еще часок тогда надо поиграть. Там-то что? Там мы ничего толком не сделали, Нару, да? Что мы там делали? Ну, поговорили хорошо чуть-чуть, да? Ну, как? Мне нужно, чтобы попалась какая-то женщина здесь мне. Нет, девушка. Ну, короче, та, с которой я смогу поговорить, чтобы она мне рассказала, что да как. Я бы сказал бы ей, научи меня разговаривать по-английски. Вот, и она бы прямо знала русский и рассказывала мне, как там английский надо изучать. Короче, Вайнере. Венера. Лечу в Венеру. Реально, Венера, да? Венере. Короче, кодовое название Венера. Лечу в Венеру для того, чтобы здесь... Ну, бляха, ну не надо было сидеть-то в этих кустах. Но... Так, ладно. Ну, перейду сейчас в разговор, в диалог, и оно все за все страдания, все боли, все столько, сколько я умер в игре, оно сейчас диалогом с каким-нибудь, или, может, с какой-нибудь. Вот я ни разу не встречал, чтобы здесь какая-то девушка, что-то говорю, в основном какие-то такие, такие. Я не знаю, они не особо разговорчивы, потому что они сами, видимо, не знают английский язык, поэтому с ними поговорить, честно говоря, так, шок, школ... Что? Шоклар? Я думал, шкаляр. Короче, играем со шкаляром каким-то, но он шоклар. Шокрал и на каракине. Ай, не хочу что-то. Вот я хотел поговорить, вот уже не хочу с ним разговаривать. Не знаю, сегодня какой-то такой день, это надо под какими-то определенными, что ли, моментами заходить разговаривать. Не хочу что-то. Хотел разговаривать, сейчас уже не хочу с ним разговаривать. Тут как-то еще от ника зависит. Вот ты можешь посмотреть на ник и такое. Так, вот с этим я хочу поговорить. Так, а вот это я не знаю, что. И вот шоклар. Что это такое? Чоклар, наверное. Чоклар. Hello. Ну, я как чувствую... Servus. Как... Do you speak Russian? Блэд, сука. Привет. Сделаю... Блэд. Do pitch, let's go. Сука, блэд. Дурак. Дура. Тёлка. You like Ukraine? Не путать с чёлкой. Do you love sex? Oh, dude. You don't like Ukraine? Oh, man. Как он сказал? I love Ukraine? Да, мы, я уже понял, что вы там. И, хотя я не знаю, кто он там. Так, я полюбить, что ли, блядь, просто ханна, блядь, всех. Ну, короче, я не знаю, с ним все, никакой политики. Вот, на европейских серверах вообще хорошо. Как-то повеселее. Скажу честно. What the hell? Как сказать, хил нужен ему или нет? А, у него есть все отлично.
Типа хилнул? Блин, патрон бы. Ой, точнее, это прицел бы. What's the plan? Let's go here, come on. Вот это что? Прицел же, да? Блядь, ну давай, достань мне его тогда. Раз это прицел. Все отлично. Как засовывают куда-то, закидывают их. Щоклор. Так, ну сделаю как я? Как я сделаю? Вот так пускай будет, да? На зажим тогда. Или как? Если 4х найду, надо обратно М16А4. Oh, wanna go to the airdrop? Погоди, надо бы no. Вот это вот скинуть. Что-то дроп, я не знаю, где дроп. Yeah, it's south. Куда-то you упал. You got one? Enemies. Так он один был? О, М24. Хорошо. И АУК. Что, играем так? Вот так играем. Так, все, вроде бы откалибровался чуть-чуть. Так, сегодня у меня состояние ж какое? У меня сегодня особое состояние. Потом состояние. Я что, в пап не захожу, всегда разные состояния какие-то. У меня такое чувство, что я вообще в эту игру на автомате играю. А, блин, яблоки. Все потому, что я яблоки не взял, воды не взял, ничего не взял. Надо же что-то засовывать. Так, он кого-то увидел?
нахер не надо, это позже. Это... Во! Вот эта херня. Так, а у меня же была щечка или нет? На... Или не было? Это в другой карте уже, я не помню. А, да, да. Мы отсюда уйдем? Не знаю, мы от зоны вообще будем играть, что ли? Точнее, за зону? За синьки? Как мне, блядь, улучшить английский-то? Блядь, как 14 лет я не хочу. Было интересное изучение. Я уже в каком-то видео рассказывал, короче, сел, и просто у меня... Все, у меня не было, короче, где-то полчаса. Потом воскрес. Не знаю, что произошло, бля. Why are you shooting, dude? Why are you shooting? Да ладно, не сыто. Подумаешь, нормальная шутка. Но он, я не могу понять, он немножко недоволен, что ли? Ну, вообще так не делается, на самом деле, но... Наверное, может быть. Но у меня все делается. Бинты за зону — это правильный ход. Так, 0.41 он сделал. Все, а я 0.19 сделал. Хорошо, все. Видишь, а ты переживал. No fucking, или fucking number. Все, у меня бин... Бля... Надо это, взять у них. В противном случае нам не жить. Тут карта, хорошая карта. Я не понял, я что, аптечку не вогнал, что ли, или что? Или я шприц вгонял? Так, все, входим дальше. 9 живых. Еще в аптечку вогнать. Бинты, так мы здесь уже лутали же. Так, ну проблемы большие, конечно. Ляха, ну ты посмотри, а. Окружили со всех сторон, да, тебе бинты. Так, он 45-го долбанул, хорошо. Тогда выдвигаемся. Так, все, 0-1. Чпокнул. Хорош. Так, что у тебя есть? Карель? Блядь, не останусь на это.
Блядь, ну столько всего, я не знаю. Я как-то раньше быстрее лутался. Что-то сейчас мозги как-то... Не, вот сейчас они вроде работают, но я не могу, блядь, сконцентрироваться на... На то, что надо взять. Хочется что-то одно взять, а надо все брать. Обычно. Блять, давно таких ответственных моментов не было, ну, чтобы вот прям близко к топу, 2 на 2. Так, а что у меня из понтов? Так, сделаем такие понты сейчас. Серьезно? Он что, в третьем? Так, это то, что мне не хватало как раз в конце. Так, ладно, зайду на понтах. Отлично. Последний где-то. А я думал, они сообща играют. 2 против 2. Нам, по идее, попроще, но... Тот может быть хитер. Вот из-за того, что нам попроще, мы можем и проиграть. Надо держаться вместе, вдвоем. Он двоих сразу не сможет. ОВМ. Нахер сейчас ОВМ. Интересно, игра, где он сидит там. Конечно, опасно играть с домики, может. У-ху! Все. Nice game! Так, все, ладно, я поиграл, чуть-чуть поговорил, все, хватит, много не надо. Игра красава. И здесь впервые подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, увидимся.